Всеармейский этап конкурса «Конный марафон» впервые в 2019 году будет включен в программу армейских международных игр. Состязания военнослужащих состоятся в Туве. Об этом сообщил на своей личной странице глава Тувы. Впервые будет проведен всеармейский этап конкурса конных подразделений «Конный марафон». Состязания состоятся на полигоне Карахак. В конце 2015 года в Кызыле сформировано военное вьючно-транспортное подразделение. В его состав входят около 100 лошадей, которые выполняют задачи по транспортировке боеприпасов и минометов 2Б-14 под нос вьючным способом в труднодоступные горные участки местности. За каждой лошадью закреплены военнослужащие контрактной службы на должность вьюка-вожатые, которые управляют и ухаживают за животными. Данное подразделение неоднократно привлекалось к сдаче итоговых проверок по боевой подготовке за зимний и летний период обучения, а также принимало участие в параде Победы 9 мая на центральной площади города Кызыла. Армейские международные игры 2019 пройдут в период с 3 по 17 августа 2019 года, в ходе которых планируется провести 31 международный конкурс. В рамках состязаний в феврале в Красноярском крае пройдет конкурс «Саянский марш» с участием горных подразделений. Также впервые будут проведены конкурсы «Аварийный район», в котором примут участие спасательные и специальные подразделения, и конкурс «Конный марафон», международный этап которого состоится на территории Монголии с участием кавалерийских подразделений.